всех приветствую в нашем автосалоне столицы. Сегодня у нас на обзоре такая вот симпатичная Kia Rio 2014 года выпуска в красивом коричневом цвете на таких вот 16 красивых литых дисках. Автомобиль оснащен двигателем 1,4 литра на механической коробке передач. У него неплохая комплектация и отличное состояние. Салон автомобиля чистый, опрятный. Пластик дверей без каких-либо дефектов. Передняя часть у нас также все в отличном состоянии, пластик без потертостей. На сиденьях у нас такие вот симпатичные накидочки. Отличное состояние салона. В комплектацию у нас входит кондиционер, обогрев заднего стекла, штатная мультимедиа, прикуриватель AUX, USB, iPod разъем, даже два прикуривателя. Подогрев передних сидений двухступенчатый. Кожаный мультируль, также имеется обогрев руля, обогрев зоны дворников, два стеклоподъемника, электрозеркала с обогревом. Также у нас имеется сигнализация с автозапуском. Сейчас двигатель запущен, работает идеально ровно, без посторонних шумов. Пробег у автомобиля 155 тысяч километров. А если вас заинтересовал данный автомобиль, приезжайте к нам в автосалон «Столица». Он находится на Песочной, 48. Записывайтесь на тест-драйв. Всю информацию по нему вы можете найти в объявлении. Его можно приобрести по системе трейд-ин, в кредит, либо за наличный расчет. А на этом я с вами прощаюсь. Всем хорошего настроения. До свидания.